Всем привет, и мы на канале Надюшка ТВ. Сегодня я сниму мой день на каникулах. Это я буду снимать все, что я буду делать целый день. Я, ребят, немного приболела, простыла. А сейчас у нас в школе осенние каникулы на 2 недели, незапланированные. И сейчас я иду искать котенка, так как котеночек пропал. Помните, я снимала видео, выкинули котенка? Она жила на поле, я перенесла домик, там очень хорошее место, я закрывала в домике, а она пропала. Вчера забыла поискать, сейчас иду искать, надеюсь, она там. Ребята, я подхожу, там капец, что произошло. Кто-то сломал домики, вот там тоже все валяются, сейчас все покажу. Вот здесь стоял домик, а его уже нету. Валяются курточки. Вот курточка, шифер, тряпка. Курточка висит, там лежит досточка. Коробок, картонка, сетка, я закрывала этой сеткой котенка. Коробок, это я забираю, так как мне это нужно для других бездомных. Там тоже картонка валяется, и вот самый большой коробок. Понятное дело, это все сделано рук человека. А там валяется маленький домик. Ребята, вот это что было, вот это я вам показывала коробки, это рук людей. Это не как там лап собак. Просто помешал людям маленький крошечный котенок. Котенок жил возле мусорки, людям помешал. Они решили что-то сделать с котенком. Коробки поломать, шифера поломать, все повыкидывать вот так. А котенка даже могут забить, убить и просто выкинуть куда-то на мусорку. Котенка нет. Нету котенка больше. Все. Я не знаю, вообще живой ли котенок или нет. Так как котенка могли куда-то вообще занести просто, чтобы там умирал и все. Но котенка нету. Я вот просто не понимаю, насколько жестокий мир, что помешал людям просто этот дурацкий коробок. Просто помешал коробок, в котором жил крошечный котенок. Я вот не понимаю, насколько жестокий мир, что просто уже люди мешают коробки возле мусорника и мешают маленький котеночек. Крошка-тиктошка плачет у окошка, мало-мало лайков у крошки-тиктошки. Крошка-тиктошка плачет у окошка, братик, давай лайкнем крошку-тиктошка. Ходила в магазин и купила батончики. Я, ребят, сейчас буду кушать арбузик. Там кушает краска, супчик. Теперь кушает Аси, доедает. А вот бусечка. Вот, ребят, молочко, сейчас надо кормить будет крольчонка. Сейчас наберу миллилитр молочка и бутылочку. Сейчас я кормлю собак, и Машка уже кушает. Краска пьет молочко. Айма кушает. А теперь надо кормить кроликов, а мы начнем с Нюши. Нюша — это моя самая любимая девочка. У нас заболело 2 кролика, и получается, один у нас умер, а Нюша у нас выжила. И она у нас самый ручной кролик. Сейчас я буду кормить этих кроликов. Я всех кроликов накормила, но также я не забыла за себя, я сегодня кушала, просто это не снимала. Моя кошечка Мася. Мася. Кстати, ребят, у меня Мася участвует в фотоконкурсе, надеюсь, она победит. Желайте нам удачи. У нас много чего из сарая, это все для кроликов. Берем кукурузу. Это я лохматая. Идем, мы уже пришли, ребят, кстати. Сейчас дадим мне уши. Нюша, кушай, кушай. Она еще будет кушать. Да? Скажи, это очень вкусно. Кидаем мы Нюше кукурузку. Она сырая. Здесь мало кукурузы, но я дам королу. Ну, кто-то повыбирает. Кидаем. А Нюшка все жует и жует. Она такая миленькая. Все, я всем кроликам дала кукурузу. Кроличонок милый, но они, ребят, не ручные, к сожалению. Зато у нас вот эта ручная очень сильная, да, Нюшка? Ребят, уже темнеет. У нас где-то время уже 6:30. Я сейчас играю с Аськой. Ребят, только что покушала уже. Сейчас я лежу, буду сидеть в телефоне. А потом уже, наверное, буду монтировать это видео, а потом буду спать. Кстати, у меня случилось беда. Вот тот крошечный котенок, который выложила видео, он сегодня, к сожалению, умер недавно. Потому что таких крольчат выкормить,
очень несложно. Сложнее, чем котят и щенят новорожденных. Так как крольчата чувствительные, ну, короче, к сожалению. Делали, что могли. Это я. Сейчас буду еще кормить своего хомяка. Ну, я его не каждый день кормлю, так как у него там очень много запасов. Я сейчас буду капать, чипшикать этими каплями нос. Ну, если я не знаю, говорила или нет, но я простыла. Таблетки у меня уже заканчиваются. Он сейчас пьет водичку. Я насыпала корм. Тоша уже кушает. Кто не знает, у меня живут рыбки. Надо уже водичку менять. Там несколько губиков у нас было очень много, но они там, наверное, друг друга поели, поздыхали. Не знаю, короче. Ребят, мне вот вопрос, что это было? У нас выключили свет, но сейчас дали. Хорошо, что дали. А то я вообще не люблю, когда выключают свет. Вот когда я была маленькая, я очень любила, когда выключают свет. Но сейчас я просто ненавижу. Когда выключают свет, у меня постоянно в спальне лазят пауки. А пауков я очень сильно ненавижу.